Всем привет, ребята, находимся в BMG Drive, и сегодня мы будем тестировать тачки. Тачек будет немножко, но зато будет очень интересно. Начнем с этой желтенького автомобильчика, протестируем, и возьмем еще других машинок. Поехали тестировать тачку. Разгоняемся, посмотрим, сильно разгонимся или нет. Надо будет километраж мне вывести, ладно. Смотрим. Поехали. Давай. Опа. Ах ты, ёлки-палки. Да. Тачка у нас врезалась в стол. Ну, чуть-чуть подрезалась. Первая тачка, как вы видели, разбилась у нас прямо об стол. И мы берем следующую машину для теста. Это у нас желтенькая Rapid Taxi. И телефончик, если кому надо, можно позвонить. Что ж, поехали. Разгоняем нашу машинку. Кстати, я вывел километраж, спидометр. Поэтому можно заметить. Нет, сильно быстро она едет. Очень медленно. Медленно машинка ехала. Опа! Нифига себе! И снова мы врезаемся в столб. Офигеть! Вот это мы врезались. Как так? Машинка магнитится к этому столбу. Сколько раз мы на него натыкаемся. Ладно. Давайте протестируем, может, более мощное или что-нибудь более быстрое из машинок. Ну, я вот выбираю машинку, какую взять. Давайте попробуем... С этой, с Хирокши. Вот это мне нравится. Вот это классная. Вот это она быстрая будет. Сейчас мы ее протестируем, проверим. О! Нифига. Нормально, едем. Сейчас. Хорошо, она полетит. Прямо она прям летит, ребята. Нифига себе. Она просто летит. И куда же? В столб? Давай в столб. А где же столб-то? Нифига, оторвала задние полностью колеса. А, нет, подожди. Ага, смотри, как интересно. Здесь колеса нет, а здесь есть. А, здесь зеркально. Но она еще, походу, немножко едет. Ладно, давайте вернем машинку. Что-нибудь выберем другое. Не такое быстрое, может быть. И что-нибудь побольшое. Давайте возьмем фургон. Например, амбуланс. Скорая помощь. Мы ее сейчас будем тестировать с вами. О, отличная тачка. Только она может немножко медленная, поэтому для разгона отъеду назад чуть-чуть. Все, достаточно, поехали. Нам главное взять хороший разгончик. Так, пока 50 км в час едем. Да хотя бы до сотни. Нет, мало, 70. Очень мало. Опа! Так, я ничего не буду трогать. Посмотрим, влетит ли она в стол. Нет, пропустила все столбы. Еще и загорелась. Она горит. Обалдеть. Так, ладно. Давайте дальше немножечко я отъеду. Чтобы прям побольше такие разгончик взять. Подальше. Чтобы уже конкретно. Все, поехали, разгоняемся. 40 километров. Надо нам до соточки разогнаться. Тогда, может быть, что-нибудь мы увидим поинтереснее. 70, хорошо, давай, 100. Блин, она больше 70. Не разгоняется. О, нифига. Но она полностью разрушилась. Смотри, нифига себе.
Вот это был удар. Вот это тест, ребята. Мы как раз хорошенечко протестируем все тачки. Обалдеть. Смотри, все разорвало у него машинки. Я такое впервые вижу вообще в Винке. Обалдеть. Так, ну смотри, у нас уже была такси, обычная машинка, скорая помощь. И я бы взял бы еще для полного комплекта полицейский автомобильчик. Вот, так, либо такой. Ну давай такой возьмем. Это же полицейский. Посмотрим, как эта машинка, сколько будет скорость у нее разовьет. Поехали. Так, сирену мы пока выключим. Все, едем, разгоняемся. 65, 60, 70. О, 80. Давай. Оп. Классно. О, отлетело у нас. Бампер отлетел. Все. Блин. Надо сильнее разгоняться. Отъедем чуть-чуть дальше. Да, так же, как у нас скорая помощь была. Ой. Куда ты поехал? Ладно, давай сейчас мы подальше отъедем. Тут еще на карте что-то интересное есть. Там нефть кто-то качает. О, а ну-ка. Ну, что-то я далеко уже отъехал, поэтому давайте здесь остановимся. Да. Восстанавливаем тачку и максимально делаем разгон. Главное запомнить, куда ехать. Ну, вроде бы тут несложно. Местность, я помню. Уже под 80, хорошо. Главное никуда не врезаться. 80, давай до 100, попробуем. 90, давай, вот, 100, 100, было 100, есть. Ой, как хорошо. Давай, летим. И я на нос буду летим. Развиваем. И врезаемся в дерево. Ну, до столба мы чуть-чуть не доехали с вами. Ну, а почему дерево стоит? Оно по-хорошему должно сломаться. Так, ладно, делаем по-другому. Выбираем другую машинку. У меня здесь есть более скоростная полицейская тачка. Сейчас я ее выберу. Вот из скоростных. Кажется, здесь. Блин, здесь нет, слушай, скоростных машинок полицейских. Вот они. Вот они, полицейские. Вот это, вот эту берем тачку. Даже можно цвет ей поменять. Колор. Что, правда? А что тут поменяется-то? Ладно. Давай ее сделаем желтенькой. Не знаю, что тут поменяется цвет или нет. Навряд ли. А, нет, поменялось. Смотри, она стала желтой. Офигеть. Ладно, поехали. Давай, так, разгоняемся. О, какой звучок у нее. Шикарный. Поехали. Так, сколько? О, смотри, какая она быстрая. Уже соточку взяла. Уже взяла соточку. Давай, в дерево. Блин, а знаешь, что я сделаю? Я вот здесь эту тачку оставлю. Вот докуда она доехала, долетела. И попробуем вот этой старенькой полицейской машинкой. Только мы разгон не будем сильно большой брать. Вот здесь остановимся, нормально. Поехали. Чтоб все было честно. О! Так, сколько у нас? 70? 80 километров. Долетим мы до той машинки или нет? Нифига! Смотри, она еще и... Блин, да как так ты врезалась-то, алло? Ну, до той пока далеко. Ладно, по-другому сделаю сейчас. Мы берем похожую машинку. Только не полицейскую. Но скоростную. Ну, например, какую-то оранжевую.
Оранжевенькая. Да, достаточно таки быстрая тоже. Поехали. Как она разгонится. 80 километров, 90. Хорош. О, и долетим или нет? Я потихонечку пытаюсь. Что-то отлетело от нее, что ли, или что? Да, мы немножко дальше отъехали, смотри, от полицейской. Что это такое выпало? Это у нас? Так, ладно. Сейчас я попробую полицейской также, только дальше немножко отъехать. Попробуем, проверим. Сможем ли мы дальше улететь или нет? О, больше сотни. Давай, поехали. Ох, нифига, она практически в этом же месте врезалась, да. Блин, и опять присосалась она к этому к столбу, примагнитилась. Ну, интересно, интересно, ребята, сегодня протестировали. Так что, если ролик понравился, то ставь лайк. И пиши комментарий. И мы в следующий раз протестируем другие машинки.